Следующая каша представляется вам пшенно-рисовая. Три вида молочных каш, блинчики с джемом, куриный суп и макароны с сыром. Родители учеников школы номер 15 дегустируют обновленное меню в столовой. Все блюда перечислены в анонимной анкете. Напротив названий графа для замечаний и отзывов. Сегодня перед дегустаторами стоит конкретная задача – оценить качество и вкус блюд из меню школьной столовой. Ну, мне макароны с сыром понравились. Каш тоже неплохие. Как бы я вообще не любитель каш, но все было в меру. То есть по сладости как бы все нормально. Кисель вкусный. Оладушки тоже очень. Ребенок любит. Ну, как бы он рассказывал то, что им дают. Это очень вкусно. Попробовали питание, которым кормят детей в школе. Питание достойное. Очень было вкусно. Блинчики разнообразные. Три вида каши, блинчики, оладушки, очень вкусные. Макароны были вообще приготовлены как дома. Впечатления от дегустации позитивные. Повара утверждают, что все продукты свежие, и блюда из них приготовлены с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Сырье нам привозит МП «Детское питание». Мы считаемся доготовочной школой. Готовим мы здесь все на месте из тех продуктов, которые нам поставляет со склада детского питания. Но, в принципе, по сравнению с предыдущими годами, продукты стали намного лучше по качеству. Рецепты разработаны ведущими российскими диетологами. Особенность этого питания в том, что с 9 января введены дополнительные горячие полдники, которые очень понравились детям. На данный момент прошла одна из дегустаций. Эти дегустации будут проводиться в каждом районе города. Нам очень интересна обратная связь от родителей, от родительских комитетов, которые мы учтем в дальнейшей работе. Подобные дегустации пройдут еще в трех школах. Порядка 100 анкет покажут, какие блюда пришлись по вкусу родителям учеников больше всего, а какие стоит улучшить по тем или иным показателям. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».